буквально через 3 минуты мы будем в салоне. И честно сказать, вот я взял с собой 26 миллионов рублей наликом, и остальное все у меня на карте. В итоге за машину я даю 31,5 миллиона рублей. И смотря на эти деньги, тут 26 налик. То есть это не фальшивки. Вот. И я думаю, блин, стоит ли эти деньги отдавать за эту машину или нет. Короче, я не знаю.